В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» в Одинцове открылся консультативно-диагностический центр. Корпус соединен переходом с реконструированной поликлиникой номер 1. Мощность объединенного медицинского комплекса увеличилась вдвое, до 1500 посещений в смену. Секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава округа Андрей Иванов отметил, что реконструкция флагманской поликлиники Одинцовской областной больницы и строительство консультативно-диагностического центра были проведены в очень сжатые сроки. Все работы находились на партийном контроле в рамках проекта «Здоровое будущее».